Широчайший ассортимент сборных масштабных моделей и всевозможных дополнений для создания конверсии диорам от знаменитых мировых производителей, а также модельная химия и инструменты для моделистов. Все это вы можете приобрести по разумным ценам в магазине «Русский масштаб». «Русский масштаб» – самый большой ассортимент в России. Сокращены сроки поставки товаров. Здесь вы можете найти то, чего нет в других магазинах. Ссылка на магазин в описании к видео. Приветствую тебя, подписчик канала. Если же ты гость канала, то добро пожаловать на канал. После просмотра этого ролика, я думаю, ты поймешь, что тематика этого канала – стендовый моделизм. И если ты поддерживаешь это занятие, то подпишись, поставь лайк и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на этом канале. В этом ролике возобновление стройки диорамы с моделью американского бронированного пулеметного грузовика от фирмы Italieri в масштабе 1:35. А также обновление на канале, но это после разговора о возобновлении диорамы. Сейчас я продемонстрирую и расскажу, на каком этапе идут работы с диорамой, а затем мы сделаем обзор обновлений. Не переключайся. Теперь вкратце о самой модели. Модель довольно старая. Кит 2012 года. То есть можно отпраздновать 8 лет данной коробки. В принципе, качество Italieri не совсем хорошее, на мой взгляд. Очень много следов от толкателей при сборке. Для тех, кто хочет подробнее узнать о данной модели, ссылочка сейчас появится в правом верхнем углу экрана. Там более подробно о сборке этой модели. Ну а теперь я продемонстрирую вам то, что мне удалось сделать с моделью на данном этапе. Модель была в основном окрашена в базовый цвет из набора, который вы сейчас увидите. Вот этот набор «Ирак и Афганистан» от AK Interactive. Конкретно использовался цвет USA Vehicles Base, то есть база для техники Соединенных Штатов АК-122. Для окраски вот этих сваренных коробов и армировки дверей для защиты от легкого стрелкового оружия был использован вот этот набор от AK Interactive. Многим подписчикам он уже знаком. Это эффекты заржавленных поверхностей. Использовал разные оттенки, как вы видели. Тут есть и высветление на ржавчине. Это я вам продемонстрирую на дверях. Такая небольшая световая модуляция была произведена. Также я нанес сколы с помощью спонжа и краски XF86 от Tami, так как техника в пустынях подвергается сильному износу от песчаных бурь. То есть такой как бы эффект пескоструя получается, поэтому краска здорово там облупляется. Также использовал смывки. Модель на данном этапе была покрыта глянцевым лаком под смывку. Использовал вот такие смывки. Сейчас я вам продемонстрирую. Две смывки у меня от Emma Mig и одна от AK Interactive. Dust and Dirt Deposit, то есть скопление пыли и грязи. Использовал на колесах. Загрязнил покрышки с помощью этой смывки. Делал общую смывку, а затем с помощью растворителя для эмалевых продуктов смывал лишнее. В итоге получился неплохой эффект запыления покрышек. Действия нашей диорамы будут происходить в Ираке, а Ирак находится в районе сирийской пустыни. Поэтому износ и запыленность здесь очень уместно. Основную смывку модели производил с помощью смывки для немецкого желтого Emma Mig, а также немножко эффекта ржавчины. Также установлены детали остекления. Вот там я на лобовом стекле сымитировал пробитие пуль. Все-таки в Ираке велись боевые действия. Думаю, это будет уместным. Следующим этапом, конечно, нанесу декалик и поработаю немножко маслом, чтобы подушатать. Состарил дерево, тоже сделал, получается, кузову общую смывку. При этом, сделав потертости, как вы видите, с помощью краски от Валеха дерева. В принципе, меня устроил эффект, довольно неплохо смотрится. Пулеметы покрашены краской от Валеха Gunmetal.
ганметаллами, также пули, покрашенные краской медь из набора Tamamig. Амуниция времен Второй мировой войны. Ну, в принципе, подошло тоже. Запаской ничего пока не делал. Собираюсь поработать с ней пигментами на более поздних этапах работы с моделью. Ну вот, пытаюсь выжать из модели, что могу. Сейчас пока у меня вопрос, как сымитировать зеркала, зеркальную поверхность. Пока она не покрашена у меня. Ну, по грузовичку вроде бы все. Пишите свои комментарии. Советуйте, что мне сделать с зеркалами. Как мне сымитировать зеркальную поверхность. Сейчас покажу, на каком этапе основания и фигурки. И какие планы у меня по размещению элементов диорамы. На таком этапе у меня пока работа над основанием. То есть здесь будет дорога асфальтированная. Это пока не совсем масштабные бордюры. Слишком крупные, будем их уменьшать. Ну, это пока набросок такой. Примерно вот так вот расположены две фигурки. Я посчитал, что их будет мало, и добавил еще фигурки от Masterbox. Сейчас я вам покажу, что у меня будет сразу. Это у нас будет американский кинолог. Покрасил только лица пока что. В руках он держит поводок. Сейчас я вам покажу собаку. Собака у меня тоже с поводком. Изготовил ей поводок, ошейник. Такая вот немецкая овчарка. Или восточноевропейская, не знаю, похожа на немецкую. Она еще не окрашена у меня. Дальше еще будет три персонажа, которые будут идти патрулировать перед грузовиком. Ситуация такая, что, может быть, почувствовали или поступила информация, скорее всего, что дорога заминирована впереди, и машина остановилась. И военнослужащие, в общем, патрулируют территорию в ожидании, может, нападения. Сейчас касаться политики не будем, что делали американцы в Ираке. Такой сюжет. Военный конфликт имел место быть, почему бы не появиться такой диораме. В общем, еще 4 таких бравых парня. Возможно, не совпадение немножко в форме, потому что все-таки, мне кажется, это более современная форма американских солдат. И, возможно, даже это не простые пехотинцы, а спецназ. Пишите в комментариях, кто что думает по этому поводу. По возобновлению стройки диорамы вроде бы все. А сейчас обзор обновлений. Не переключайся. Ну а теперь обзор содержимого посылки, полученной мной 2 дня назад от магазина «Русский масштаб». Ссылочка на магазин в описании к видео. Если что-то заинтересует, проходи и приобретай. Это модель от украинской фирмы ICM. Немецкий армейский грузовик времен Второй мировой войны. Но тут, дорогой друг, стоит внести поправку. Данный грузовик разрабатывался фирмой Renault в 1939 году. Для нужд армии являлся бескапотным, заднеприводным и попадал в категорию 3,5 тонн. Это модель в масштабе 1,35. Обзор, я думаю, делать не стоит, так как обзоры уже я где-то видел в YouTube, так что набирайте обзор данной модели, и, я думаю, вылезет много роликов по этому поводу. Если наберется очень много запросов в комментариях, конечно, сделаю обзор. Сборку вы, возможно, увидите на канале. Опять же, если будет много запросов. Ну а дальше самое интересное. Это, друзья, смоляные дополнения. 2 килограмма. Как-то я уже делал обзор посылки из магазина «Русский масштаб» с дополнениями из смолы. Там было смолы гораздо поменьше. Сегодня на нашем обзоре достаточное количество. Каждое смоляное дополнение мы, конечно, рассматривать не будем. Ну а те, которые я посчитал, что достойны внимания, мы рассмотрим с вами. Так что не переключайся. Вот как много добра привалило. Ну что ж, начнем наш быстрый обзор смолы. Быстрый, потому что ее слишком много. Ну и, конечно, не всю я вам буду показывать. Тут вот идет наборами сразу военная поклажа разнообразная, которую можно украсить кузов грузовичка или корму бронетехники. Подписчики канала видели, что
две крайних модели я уже делал с такими подобными дополнениями. Они очень здорово красят модель, как вы уже поняли. Ну, главное хорошенько все разукрасить и поработать химией, то есть сделать визеринг. И, соответственно, модель, конечно, заиграет. Тут и маск-сети, и всякие солдатские вещмешки, и различные патронные ящики, и амуниция. Идем от меньшего к большему. Такие вот есть даже большие наборы. Тут и боеприпасы, и брезент, и разнообразные чехлы. Вот это вообще замечательная вещь. Прямо просится в кузов грузовика. Такой здоровый набор поклажи. Бочка. Оружие. По-моему, немецкая поклажа даже. Ага. Конечно, с ней придется поработать. Ну, кто работал со смолой, те знают. Кто не знает, пишите в комментариях, расскажем. Я, конечно, очень доволен такой гуманитарной помощи. Уже куча планов в голове роится, куда это все применить. Вот есть такие мелкие элементы тоже для диорам, например, бочки, бочонки. Все очень здорово выглядит. Вот скатка брезента, это можно современную какую-то технику. Грузовики. Маск-сеть, как выполнено, здорово. Больше к современке подходит, вроде как. По рюкзаку этому видно. Такой у меня уже был наборчик. Я использовал его на модели Су-85. В общем, и много-много еще разных мелочей. Все это можно приобрести в магазине «Русский масштаб». Как говорится в рекламе, самый большой ассортимент в России. Я вот покажу вам общим планом, потому что, ну, просто это займет очень много времени. Тут еще много всяких интересных мелочей. Это прям какая-то забашенная корзина, можно прям приделать, наверное. Уже не распаковывая даже какие-то охапки дров. Бочки, в общем, здорово. Очень много дополнений для диорам и моделей техники. Как ты уже понял, ты был на канале Коробочка ТВ, канал о моделизме. Подписывайся на канал. Если ты еще не подписался, обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Подписывайся на группу ВКонтакте и на Инстаграм. Ссылочки будут размещены в описании к видео. Обязательно оставляй комментарий, делись с друзьями. Желаю тебе веселого моделирования и до скорых встреч на канале Коробочка ТВ.